Всем привет, вы на Cosplay. Мы просматриваем игру с Метрией. Посмотрим, что да как. И ты выживалка, и такая, за всем надо следить. Ну, я так попробовал. Давайте попробуем. Планета у всех вызывающая страх. Задание, на которое никто не хотел отправляться. Сигнал, приманивающих их. И посадка, после которой начался кошмар. Статус экипажа живо: Джон, Анна и Джульет. Человека 3 получается, да? Остальный экипаж статус неизвестен. Когда вы приблизили вид... На видите указатель на персонажа, чтобы посмотреть доступные действия. Выбрав значок работы, увидите индикатор эффективности данного персонажа. Выберите любую задачу, персонаж приступит к работе. Так, ну чё он? Дерево, да? Заготовочку. Что-то производство продовольствия. А ты? Дерево. Поиск, давай. Продовольствие. Да? Так. Это надо починить. 8. Ага. Отдали вид, увидеть значок сломанный. Это я понял. Ремонтируется. Хорошо. Так, здесь. Что это такое? Блять, запас энергии на случай неполадки с электростанцией. Что, его надо ремонтировать? Улучшить. Так, понимаю, это хлам был. Так, за ними надо глаз до глаз, да? Так, у тебя вроде бы все в порядке. Для поддержания экипажа в нормальном состоянии, своевременно кормить их, используя капсулу восстановления. Без проблем. Так, 4, да? Улучшить можно. А, увеличить, да? Понял. Там на дровах далеко не уйдешь. Лаборатория, производящая продовольствие. Количество собранных и произведенных ресурсов зависит от уровня навыка, что повысит производительность труда. Изучить новые навыки, введите указатель на значок книги и выберите навык. Ну вот, производство продовольствия. Ну, ты занимайся сначала. Давай. А что это значок? Убить? А, убить. Нихера себе. Извиняюсь. Так, этот ремонтирует, да? 70. 50. 90. Охренеть. Все надо прилично там это батрачить. Так, что здесь нормально все пахал? Вроде бы как. Двое на холод. Минус 21. День первый, да? Попробуем выжить как-то. Ну, что-то 4 штучки. 5. Из 20 что-то маловато ты. Не находишь? А ты еще не устал? Работяга. Сейчас уже дровишки закончатся. Сейчас она соберет вот этот хлам. И нужно будет этот.
чтобы она отдыхала. И, наверное, на улучшение производства. Ой, точнее, поиск хлама. Да? Девчонку надо освободить. Ну и что-то там. Она что проедет? Так. Иди отдыхай. Опа, классно. Так, отлично. Иди ты там, чел. О, тебе тоже надо отдыхать. Иди нафиг. Иди отдыхай. Пятерочка, пятерочка должна хватить. Это вообще не перетруждается. Так, ну повышается, видимо, повышается. Тогда и надо помимо этой хламы сделать улучшение, да? Вот, здесь. Развитие, да? Развитие хламы. Надо этому чуваку быстрее, чтобы он хилился. И пусть ищет дрова вновь. Что? Ну что это такое? Так, иди давай. Заготовочка дерева нужна. Одна штучка осталась. Замерзнем же нахрен. Сколько потребляется? Одна, две. Хавчик. Одна. Трюмка дремон требуется, выглядит паршиво, надо. Ага. Есть 6. Теперь трюм ключевого модуля требует ремонт. Выглядит паршиво, здесь надолго застряли. Сам отремонтируется, сейчас все нормально. Ты все сожрала, кобыла. Она все сожрала. Да я понял, понял, энергии что нет. Температура падает. Сейчас отремонтируется. Ремень же. О. Ну и вот все. А что ты хныкала? Так. Че, лучше не производится? Угу. Вот это же бы пожрать. Так, это вот. Производится. Чувак, давай. Работай, работай. Друган. 5 часов. Так, 4 штуки, да? Да, друг не огонь. Долго ты это делаешь? Давай, иди. Ищи. Хавчик, ты тоже делаешь очень долго. Производит она. Она производит хавчик. Как ты производишь хавчик? Ты что-то вообще как этот. Блин, не знаю, там выкраиваешь или что. Наверное, сама хавает и ничего не ложит в этот ящик для изготовки. Какие-то крошки. Ну, погодка хорошая хоть. Чего у тебя там? Как дела с деревом? Уставший, да, парень? Давай. Ну да. Иди быстрее. Переходи сюда. Дерево кинь и чуть-чуть отдохни. Восстановление соверши. Это видно, тебя контузит. Не знаю почему, но ее контузит.
Ну. Это ничего не надо, она так пожрет, посрет. Это вот этим надо поесть. Заготовка дерева надо. 4 дерева. Блин, постоянно. Это нужно восстановление делать. И, блин, короче, надо еще двоих человек, чтобы один занимался еще хламом. Такая посадка — это недопустимо. Последний раз корабль нашего флота разбился при посадке 160 лет назад. И тогда за штурвалом посадили курсантов, получив им испытать технику. Какой стыд. Но я проанализирую это позже. Сейчас надо приниматься за работу и все организовать. И организовать экипаж. Ты восстановился? Нет. Друг. Что насчет хавчика? Так, это тоже хавчик хочет. Так, это... Блин, да что ты хочешь, вон. Так, иди похавай, а. Иди похавай, и надо этот... Быстренько, быстренько хавай. Тоже хавать хочет. Блин, не так уж и важен, хлам не так не важен. Что не так? Будь добр. Иди. Он все сожрал, да? Козел. Где отдохни? А этому ничего. О, убежище, да, низкая температура. Давай. Ну, хавчик, хавчик, хавчик нужен. Давай, давай. Мне надо, чтобы эта девочка выжила. Я так, например, хочу. Слабовато, не быстро так это восстановление происходит. Вообще, забей. Этот все сожрал, блин. Надо вот поесть и... Угу. Что хлам сейчас, ну, блин, хлам и ремонт, наверное. Только. Что там жрешь? Какие-то отходы? Угу. Ну и чё? Ты поел? Ты тоже давай. Дерево обработай. А ты чё, не ты? Ну иди отдохни. Чё-то мы разбились, у нас нет связи, ни припасов. Они хотят починить корабль при помощи мусора. Но удача в этом. Начальство не предлагает никакого плана. Нам раздали какие-то головы выданные задания. Никому не учили ничего. Никто не контролирует, с какой организацией мы недалеко не уйдем. Ты давай. Не психуй. Так. Жизнь, да? Сейчас мы все организуем. Давай. Этому хпшку надо повысить. Так, это он типа набрал столько, да? Дерево. Иди и вылечись. Угу.
целостность, да? Так, это энерго, емкость. На всякий случай. Это что такое? Хлам? А, сколько хлама? Вмещает, да? Отлично. Иди развивай свой навык. Нет, не развивать. Иди хавчик делай, точнее. Передай сигнал, меня кто не слышит? Мы живы, надеюсь, Джон не угробит вас. И вы живы, и здорово. Проклятие, эта чертова передатчик вообще работает? Если никто не слышит, то сообщаю, что мы в порядке. Иди, разве херач. Вы заколебали. Почему разрушено это? 6. Время от времени, короче, происходит, да, такая херня. Блин, мне, пожалуйста, двоих надо. Двоих чуваков для того, чтобы они занимались этой херней. Что-то еще нужно, чтобы готовили. Да-да-да, я понимаю. Что тебе надо? Где происходит? Что происходит? Ой, забей это. Развал, Петрович. Иди восстанавливайся. А ты выложила? Иди восстанавливай. Непонятно, она дерево выложила, нет? Даже если сможешь связаться с базой, помощи можно не ждать, что пойдет не так и что сделает вид. Что нас не существовало, что мы им не задавали неудобных вопросов. Я пошла на это, не ожидая никакой поддержки. Мы по уши в дерьме. Да, согласен, вы в дерьме. Давай. Поработай чуть-чуть. Мне нужно похавать и за эти поиски. Опять этих хрени ты всякой. Так, иди, все, похавать. Это не особо требовательно. Так, ну это мало, да? Что она делает там? Сколько? Сколько она врубает похавчику? Все, похавал. Так, иди, электронный хлам ищи. А ты там где? С тобой все нормально? С ним все в порядке, нормально. Дровосек сильный. Сохранение произвел, все отлично. А если мы выйдем, то есть мы погибнем. Сохранение произвелось. Мы погибли. Мы перейдем к сохранению или нет? Интересно. Я не знаю. Надо смотреть, да? Так, давай лечись. Вовремя. Так, хавчик, хавчик. Да, с тобой что-то не так. Тебе обучаться надо. Давай, пожри.
свое же изготовление. Приготовь. Еще, блин. Херо, готовишь. Давай, иди, дерева нету. Все, давай, иди домой. Минус 76, офигеть. Давай, давай. Быстрее, быстрее, быстрее. Кобыла. Но. Я все еще не могу с этим смириться, готов поклясться, что корабль налетел на силовое поле. Потащишь его вниз. Прибор ничего не зафиксировали, а экипаж ничего не заметил. Но не могло все это быть игрой воображения. Минус 68, да? Четвертый день. Иди восстанавливайся. Что разбивается? Где? Почему он сломан? Тепло, это увеличение. Хопчик, давай делай. Два хопчика, что это такое? Блин, вообще. 68. Опасновато, опасновато. А, у него есть. Похавал. Не стоит понапросто. Блин, а что такие тормозы? Электростанция задолбала уже. Как ее можно вообще это, ну, без вот этой хрени? Так, все. Иди собирай хлам. А этот не может, да? А это тоже хлопчик нужно. Долго будет. Быстрее, быстрее, быстрее. Я ведь могла спокойно заниматься исследованием в академии. Работа не пыльная, ответственно никакой. Ходила на свидание с аспирантами. Но нет же. Отец отправил меня сюда. И ты войдешь в историю. Ты нас всех спасешь. Нас бы теперь кто спас?
Ну как? Холод, сраный холод. Нечего жрать. Жрать ничего. А, он сломан, зашибись. Но еще и ломается. И хавчик еще сломался. Отлично. Живи давай. И этот живи. Это забей. Это... Нафиг сохранение произвести перед тем, как они сдохнут все. Вообще не огонь. Опасная температура. И что, блин? Они сейчас сдохнут просто. Сейчас, блядь, упадет и сдохнет, блядь. А, эта дура сдохла. Упала, блядь. Ну, можно, блядь, использовать в пищу. Каннибализм, блядь. Зашибись. Иди хавай свою подругу. Иди работай. Это пусть хавает. Просто реально игра, а как сожри своего соседа, блин. На улице сраная погода, и просто ты замерзнешь нахрен из-за погоды такой. Че, да? Еще главное, улучшить-то быстро-то не получится. Интересно, что случилось с остальными? После отделения все должны пойти нормально, но где они в итоге оказались, и что их ждало? Да жопа, блин. Вас сейчас вообще реально... Такая жопа будет. Помимо того, что вы сожрали своего чувака, вам нужна будет постоянно электричество отрабатывать. И хавчик. Ну, насчет температуры такое, я не знаю. Низкая температура. Посрать, не посрать, но... Времени нет просто прокачиваться. Реально, здесь нету времени на прокачку. Десять, надо человек 10. Три человека на огонь, на хлам и на хавчик. Чё, не нужно ведь ремонт. Все нормально. Так, это и все. А, этот хавать будет ведь. Там нет, это кажется, что типа что-то есть. Нифига там нету. Так, что же здесь? Пожалуйста, ответьте, клянусь, я был уверен, что остальные уцелели. Богом клянусь, я не знаю. Они пропали, исчезли, я один. Ответьте. Ответьте. Меня кто не слышит? Я понимаю, это или этот нужно чинить. Нифига, жирновато.
70. 90. Хлам, блин. Ну и чё ты? Где работы, хламидия? Это нормально, да? Что-то там происходит. А, ну, падение, наверное. Так, давай тащи эти хрени. Ну вот, сейчас будете мучиться. Один готовит, другой то дерево. Не особо много. Так, иди восстанавливайся. Надо смотреть и сразу пробовать вот эти вот улучшения сделать. Ну блин, это так долго. Улучшить для того, чтобы... Отношение к экипажу у меня мурашки по коже. Носится как заводные. Думаю, что это чем-то поможет. Когда поступает голод, мы превратимся в источник белка, а они цепляются друг друга в глотке. Я знаю, кто станет первой жертвой. Во мне они видят лишь воршливую девицу, которая стоит перед ними в очереди к холодильнику. Ну, правильно. Ты вообще-то это... Так, что здесь лучше? Нехватка энергостанции разрушена. Иди делай. Что? А, точно. Иди похавай пока что. Пока все ремонтируется, все такое. 11. Угу. Он 11 делает, да? То есть, точнее, 11 этих беревень. Беревень. Так, а ты? Иди пока изучай. Сиди на своей жопе голой. Пока энергия восстанавливается и... Надо посмотреть, сколько вообще там скорость восстанавливает это делает улучшение. Что-то не какое-то непонятное, да? Вообще движение есть? Иди делай. Некогда. Отремонтировали. Дерево он нашел, все. Пусть восстановится и пусть хлам ищет потом, да? Как вы думаете? Да, тяжелая такая выживалка. Я бы сказал, тяжелая. Здесь до 20 до не доходит. Что там улучшать? Сейчас тут еще морозы как бахнут. А он ничего не умеет, он только дерево, да и это он хлам не может сделать, да? Иди поиск или этого хрени совершай. Что не так? Что сломалось? 8. Иди хлам ищи. Чё? Жизнь боль, да? Теперь ты будешь потрачивать. Почему этот кусок дерьма не работает? Я не могу связаться с базой. Испробовал все уже настройки. Я 20 лет летал, но впервые вижу, что так себя вело оборудование. Если бы мы не проверяли планету на наличие жизни, можно было предположить, что кто-то намеренно наводит помехи.
Надо следить за этой девчулей. Она там обдолбанная. Хотя бы ей сейчас она ей найти его около штук. Сколько я? 8, да? 7 элементов. 7 элементов. Давай быстрее. Еще раз сходить, и она сдохла, да? Иди поешь. Все всякая хрень, да? Хватает. Так, вдвоем будет сейчас батрачить. Молодцы. Молодцы. Все сломалось. Что-то ломается, все. А, хлам разбирается, и все дальше и дальше. Вы берете. Идете, идете, да? Да ты сдохнешь сейчас. Пока ты насобираешь этот флам здесь, поковыряешься. Все, иди восстанавливаться, и все. Не успеешь, наверное, дойти. Не, не успеет. От боли голова раскалывается. Может, они знают, что делают. Они же элита. Они наверняка уже бывали в таких ситуациях. Никто не плачет. Вся моя жизнь сплошная череда невезения. Хотя многие скажут, что дело не во мне. Мне плохо и грустно. Хочется же, кто-нибудь обнял, надо возвращаться к работе. Папа не позволит, чтобы еще маленькая принцесса погибла. Ой, блин. Вот ты давай лечись. Нет, она не дойдет. Она не дойдет здесь. Да я говорю же. Спищу и нахрен. Реально, это, блин, какой-то кобздец. Это каннибализм. Все, пусть восстановится. Это связь, да, нами? Посмотрим, метеостанция. Просто метеостанция. Это отремонтирую, посмотрим, что она дает. В будущем увидим. Молодцы. Четыре штучки. Ну да. Иди похавай. Иди свою подругу съешь. Что это, блядь, за производство такое сраное?
Просто убейся. Удовлетворен энергии, ты забыл, нету. Далековато. Да, уже не так выживание. Агентство не уверено, что здесь на самом деле случилось. Может, планета сама решила от нас избавиться, устроив цепную реакцию? Может быть, в системе управления ядерным оружием попал вирус? Или кто-то из генералов сошел с ума? Если эти горские люди не удалось избежать, человечество уже накануло в лету. Ну, вроде бы тепло. Погода хорошая. Ну, я не вижу, чтобы был какой-то плюс. Тебе далеко херачить? Хавчик не вырабатывается, никто этим не занимается. Да. Что ты? Долго идешь, чувак? Это тоже сдохнешь. Осталось совсем чуть-чуть. Смотри, ну хлам разбирается, да? Хлама не так много. Здесь его нету. Он с правой стороны только. Я помню только посадку, а потом пустота, и я очнулся на этом чертовом месте. Проклятие. Знали вы выскоку здесь коридоров? Я все еще пытаюсь отыскать выход. Потом поговорим. С кем ты разговариваешь, дурак? Тачка. Кажется. Ну вот, в хавчик, все. Назад меню? Конечно. Вот. Топчем, блин. Все? Вот так вот, да? Тебе и выживание такое. Хотя это просто игра. Это не выживание было, это просто была новая игра, значит, так. А режим выживания или это продолжение будет? То есть, что ты... А, да, вот продолжить не можем. То есть, если мы сдохли, сдохли. Сохранение, а то не сработает. Мы не сможем взять сохранение. Так, ну, на этом все. Спасибо за просмотр. Конечно, эта игра прям эпик. Надо в ней посидеть, по вот это вот... повыживать. Не знаю, сколько еще как-нибудь. Может, продвинемся дальше. Чтобы быстрее прокачиваться все это. Ну, рассмотрим, увидим. Пока что на этом все. Спасибо за просмотр. Что вы подписываетесь, ставьте лайки, комментарии. Всем очень рад. Спасибо. Всего хорошего. Пока-пока.